Я бывший священник, служил в городе Курске около 6 лет. Совсем недавно принял ислам. Преподавал в Курской духовной семинарии несколько лет, был руководителем молодежного отдела Курской епархии. И когда я стал знакомиться с исламом, то я для себя многое понял и в конце концов пришел к тому выбору, который я сейчас сделал, произнес шахаду.